Так вот, значит, как обычный водила вмиг превращается в мафиози, да? Просто повезло. Тогда я так не думал. Я припарковался на той самой улице, где из-за угла внезапно выскочили Полли с Сэмом. Так вообще бывает. Мне казалось, что здесь не обошлось без высших сил. Ха. Ну, если тебе от этого легче, приятель, все же тебе повезло. В смысле, еще вчера ты был честным работягой, пахал как вол, а все относились к тебе как к иммигранту, как куча дерьма. А теперь у тебя полные карманы грязных денег Сальери. И ты уже хозяин жизни. Все не совсем так. Тогда Сальери еще не рулил городом. Дон Морелло зарабатывал в десятки раз больше него. Покупал копов, политиков, судей. А кого не мог купить, запугивал, чтобы не мешали. Да уж, он и правда заставил весь город ходить на цыпочках. Вы слыхали про Джоуи Сухаря? Его имя было в деле Морелло. Боксер, да? Да. Тот самый. Говорят, тем утром Джоуи ехал на тренировку. И, может, замечтался о чемпионском поясе. Да чтоб тебя! Урод! Спишь за рулем-то, что ли? Ты смотри, а! Иисус Мария, Господи, Дон Морелло, я не знал, что это вы. Кто-то еще мог проезжать здесь на редкой иномарке, Джоуи? Нет. Дон, простите меня. Я ехал очень медленно. То есть это я виноват? Нет. Нет, сэр. Просто... Я ведь... Просто это моя первая авария. Да уж. Ремонт обойдется недешево. Да ничего страшного, сэр. Колеса в порядке. Только бампер погнулся. Мой брат сможет... Это все слухи, дружок. Я знаю, что Морелло зашибал кучу денег на поражениях Джоу и Сухаря. Все так и есть. И все же Морелло разбил бедняге череп и бросил его труп посреди улицы. Что-то не сходится. Может, Дон считал, что карьере Джоуи конец? Или пугал других, чтобы платили вовремя? Дон Сальери считал, что Морелло теряет рассудок, когда взбешен. У тебя были другие проблемы с людьми Морелло? Сперва нет. Когда меня приняли в семью, все было спокойно. Бывало, проучали парней, которые хотели отжать территорию, но в остальном все как обычно. Толкали бухло, давали защиту, частенько собирали дань по мелочи. Но врать не буду. Иногда мы отрывались по полной. Томми, спасибо, что пришел так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки, ты в курсе? Да, конечно. Полли и Сэм поставили деньги на... нашего. Майки Дана. Да, точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг. Хотел поменять колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби, я люблю тачки. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Потом он занялся серьезными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было. Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник. Парень из Европы. И тачка у него пошустрее нашей. Что мы можем потерять? Кучу денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращается ко мне за советом. Все они поставили на Майки. Будет новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелло. Типа он стоит за европейцем? Я в этом уверен. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелло хорошенько его спрятал.
К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. Все забывают, что гонки подставные. Что насчет тачки? Как раз о ней, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью, забери машину европейца, пригони нашему механику, он там поколдует, и верни назад. Без проблем, босс. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Спецназар Баба. Мы продолжаем проходить игру Мафия Ремейк. Итак, нужно с вами поговорить с Ральфом. Так, Ральф. Так, тут что-то еще есть у нас. Какая-то, наверное, новенькая газетеночка, да? Да, конечно. Газета 30 сентября 1932 года. Гонка все ближе. Важнейший день спортивного календаря вот-вот наступит. В Лост-Хевене стоит прекрасная погода, город залит солнечным светом, и на автодроме ожидается рекордное количество зрителей. Знаменитый немецкий гонщик Мартин Лихтенберг взял паузу в международных заездах, чтобы бросить вызов кумиру Лост-Хевена Майку Дану. Поклонники гонок уже дрожат от нетерпения. Ну, поехали. Так-с, вроде как, в принципе, здесь больше ничего такого полезного я не вижу. А, так он, может, где-то здесь находится. Нет, не здесь. Но на кухне ничего нет. Хорошо. Тут 5-6... Бонасере, Том. Здорово. Так, тут 5-6, вместе с тем, что уже за баром... Сейчас считаешь, что ли? Эй, Томми, сегодня важный день, да? Ты уже видел гонки? Такое не пропустишь. Сальери не даст Морелло лишить его победы, так? Нет, сэр, это будет ему уроком. Итак, сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Мой друг Бобби охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернется, пока ты ее увозишь. Молодец твой Бобби. Точняк. Есть один парень, Лука Бертона. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиана. Он ее, типа, подкрутит. И завтра гонка станет интереснее. Потом я пригоню тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись. Бобби заканчивает в 1:30, а его сменщик... Мудак. Жестко. Мудак так мудак. Если тебе нужно оставить... тачку там, где ее никто не найдет, пригони ее в гараж. Карло его наконец-то расчистил. Спасибо, буду знать. Так, возьмите машину в гараже, давай возьмем. А, ну у нас, я так понимаю, вариантов-то не особо много. Разгон. Ну давай возьмем вот эту вот красавицу, да, за руль. Но нам пока все равно получается не обязательно на время. У нас пока все это пока нормально. А вот потом уже на время. Плохо то, что впереди копы. Оно не сворачивает хорошо. Это легче. Ну, гонка — это самое тяжелое испытание. С первого раза, конечно, вряд ли получится пройти, потому что там надо будет запомнить всю трассу, все повороты, завороты, где притормозить, где нажать газ. Ну, видно будет, в общем. До гонки пока еще далековато. Тут еще самое главное проехать так, чтобы не разбить эту тачку, не повредить ее. Да есть, завалялись там пару бачей.
Ну, расскажи. Поделись историю своей. Не хочешь? Так, мы на месте. Ну, открывай быстрее-то, ну. Вот она. Каразелла серии С, 29-го года. Лучшая в классе. Жаль ее раскурочивать. Если копы увидят такую на улице, то будут задавать вопросы. Если догонят ее. Постарайся не разбить ее, ладно? Значит, от Бертона надо вернуться к 1:30, до прихода сменщика. Да, он мудак. Слыхал. Слыхал, что он мудак. Ладно, погнали. Она, конечно, ох, какая неповоротливая, блин, ну ладно. Несется, конечно, быстро. Но, по-моему, раньше была какая-то прямая трасса. Сейчас уже сразу с поворотами идет. Так, уровень повреждений я не вижу, кстати говоря. Ё-моё. Расступись, мужики. Блин, и на дорогу надо смотреть, на мини-карту надо смотреть. Офигеть. Да, не повезло. Господи, да разведитесь вы нафиг отсюда. Времени вообще нифига не остается. Так подожди, я должен за это время только доехать или что? Да. Томми Анджело. Лука Бертоне. Ох, какая она красотка. У нас мало времени. Эй, я работаю быстро. Прогуляйся. Ну, привет. Это надо же так, чтобы я еще доехал, блин. То есть сломать машину, умудриться так, чтобы можно было доехать. Все, готово. Спасибо, Лук. Надо вернуть ее, пока не хватились. Осторожнее с ней. Это малышка. С норовом. Эй, передай мистеру Сальери, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенные клиенты. Есть тачки для дела, есть для понта. О цене договоримся. Лишь бы паренек Сальери победил. Это главное. Да уж. Веди осторожно.
Фух, успешный заезд. Отлично, а теперь пошли отсюда. Завтра важный день. Сразу гоночка, отлично. Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать долг. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. Два сраных шкафа по 2 метра роста. И что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там все вокруг. Да ладно, и даже копов не вызвали. Не, иногда нужно просто показать, что ты псих. Том, можно тебя? Да, Фрэнк. У нас серьезная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним все в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелло крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. Боже. Да, не повезло Майки. В общем, ты займешь его место. Что? Фрэнк, ты что? Том, гонка начнется уже через полчаса. Это не обсуждается. Дону важно победить, но еще важнее, чтобы Морелло проиграл. А ты наш лучший водитель. Иначе я бы обратился к кому-то еще. Да. Хорошо, Фрэнк. Славно. Ральфи уже подготовил машину. Поезжай туда поскорее. Да, класс. Ну, поехали. Сейчас мы ему устроим гоночку-то века и на века. Приветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Лихтенберга. Звезда международных заездов примет участие в сегодняшней гонке. Срочные новости. Любимец болельщиков Лостхевена Майки Дан не сможет участвовать в заезде. На старте его заменит Томми Анджело. Все вместе пожелаем ему удачи. Машины на позиции. На старт. Внимание! Старт! У Лихтенберга проблемы. Что-то случилось с машиной. Лихтенберг выбывает. Фаворит выбывает. Кто останется на трассе Лос-Хевена после Лихтенберга поворота? Машины сбились в кучу. Я уже вижу, что в мгновение никто не готов выступать. Многим после гонки потребуется обновить не только краску. Но черт! Гонщики растянулись по трассе со значительным отрывом. Там какой ужас! Надеюсь, гонщики не сильно пострадали. Лидер отчаянно борется за победу. Гонка еще не закончена. Пойдут ли они в число победителей, или сегодня звездный час у кого-то еще? На первое место идет серьезная борьба. Лидеры гонки идут на второй круг. Тейлор, Андерсон, Анджело, они продолжают борьбу, и у каждого есть все шансы. Вылет Лихтенберга перевернул гонку с ног на голову. Каждый почуял шансы на победу.
Вот это гонка, друзья! Уровень вождения невероятный! Андерсон и Гарсия на втором и третьем местах. Они ждут от Анжела ошибки. Томми Анжела впереди, но вот надолго ли? Кому нужен Майки Данн? Новичок справляется не хуже. Лидеры гонки заходят на последний круг. Еще немного, и гонка довершится. Наш новичок Томми Анжело по-прежнему впереди. Если кто-нибудь обогнать лидера Томми Анджело. В элитом Лихтенберга у нас остается трое претендентов на победу. Может ли он остаться впереди? Да, пришлось поставить на самую минимальную сложность, потому что управлять этой машиной невозможно. Вам сегодня везет? Эй, Томми! Вот наш чемпион! Эй, Том, хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, быть мне бездомным. Я сделал то, чего хотел Дон Лука. Ну, я все равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно. Спасибо. Я знал, ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Вот. Ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо, босс. Выпьем, мальчики. Подружка-то есть? Или все уйдет. Вот это была гонка, да? Вот так. Нет, но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Поздравляю тебя, герой. Мне просто повезло. Ну, я ставила на другого, так что выпеку с тебя. Вот. Теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился, как бы чего не учудил. Ладно. Доведу его до дома. Так. Разыщите Полли. А с вами можно поговорить, мадам. Полли и другие твои дружки уже выпили половину моих запасов. Ты его нашел? И еще пока нет. Так, тут что-то есть. Давайте-ка сюда зайдем. Я тут вижу по мини-карте какой-то значок. Да, явно что-то лежит. Секретные вкладыши. Хорошо.
Так, ну давайте со всеми поговорим и разыщем поле. Такого не было. Такого не было. Вот тебе и немножечко дополнение. Ты водила от бога, Том. Винни, ты поле не видел? Он говорил, что хочет пожрать. Типа бухло заесть. Но, боюсь, здесь нет столько каноли. Ладно. Поле куда-то, скорее всего, ввязался в какую-то драку. У тебя так легко это вышло. Томми, 20 лет назад здесь были первые гонки. И мало кто смог доехать до финиша. Это все машина, Ральф. Я лишь указывал ей путь. Эй, ты видел Полли? Не. Он вроде говорил, что хочет есть. Ладно. Хорошего отдыха. Хорошо, Том. Спасибо. На высоком, вот на классическом уровне сложности, я не знаю, ну, в разном управлении. Я проходил на классическом уровне сложности в старой игре, и там намного проще управлять от машины. Здесь же вообще невозможно. Чуть-чуть влево дал, все, ее тут же снесло, закрутило, блин. Это невозможно пройти, это просто вот катастрофа какая-то. Никак не сравнится это с классическим вариантом прохождения. Твоя победа оплатила год школы для моей дочки. О, рад помочь семье Калетти. Что ж, празднуй победу. Только присмотри за Полли, пока он не опозорил себя и семью. Я не позволю омрачить этот вечер боссу. Не беспокойся, Фрэнк, я его найду. Я как раз-то его и ищу. Вот, потому что я сейчас поставил самую низкую сложность, и вот она управлялась как раз тогда, так как и управлялась в настоящей игре, блин. Реально. Первый раз у нас на гонках. Год назад рев моторов было слышно из окна моей квартиры, но на трассе я раньше... Ну, в этой уровне сложности вообще невозможно пройти. Ужас какой-то. Дешевый журнал, 2 из 20. Как она себя вела на обратном пути? Раз пять пыталась боком уйти в стену, но обошлось. Ты нигде не видел Полли? Он был здесь минут пять назад. Выглядел так, будто смерть свою увидал. Похоже на него. Спасибо, Лука. Блин, бегать не могу, к сожалению. Придется вот так пешочком идти. Ну, Сэм уже кого-то заклеил там. Молодец, чемпион. В прошлый раз ты так гнал, когда я тебе пушку к башке приставил. Будто сегодня было иначе. Наш квартал купается в деньги, так что тебе ничего не угрожает. Эй, ты Поля не видел? Он нажрался в хлам. Едва на ногах стоял. Да, слышал. Я как раз-то его и ищу. Я еще параллельно смотрю на мини-карту, может быть, что-то нас смогу найти. Я снова прошу посетителей покидать трассу по требованию и не употреблять запрещенные вещества. Давайте не будем, как в прошлом году. Так, а это кто? А, вон Поле валяется. Слава богу, ты здесь. Если твой друг не придет в себя, кто-нибудь вызовет копов. Да, похоже, Поле уже пора на финиш. Эх, Поле, нажрался, что ли? Поле нажрался, что ли? Вот так вот стихами уже говорим. Корова сказала му, а утка сказала кря, а птичка сказала что? Не знаю, но вот тот охранник сказал, что тебе пора уже домой. Да он козел. Проявил бы уважение! Согласен, но я тоже считаю, что тебе пора закругляться, пока ты все тут не заблевал. На, ты прав. Идем, чемпион. Да пошли уже тачку сади, да поехали. Идет-то прям ровно, как будто не бухал. Ты молоток, Томми. Классно будешь. Я был прав. Не ошибся в тебе. Знаешь, что я сказал, когда мы тебя нашли? Что ты сказал, Полли? Я сказал, он классно водит. Да он Сальери. Этот парень классно водит. И вот мы здесь. Это точно. И вот мы прямо здесь. Вот мы где.
Мне даже неловко, Том. Погляди на себя. Ты теперь, ну, типа гонщик-победитель. Новичкам везет. С тех пор, как ты в семье, у тебя все тип-топ. А знаешь почему? Просто мы с Сэмом оберегаем тебя от серьезных дел. Вот как? Ты не знаешь, как это бывает. Тебе приказывают явиться к Дону, и тебя прямо всего трясет. Я делал жуткие вещи, Том. Мы все тут заодно. Я делаю то, что приказывает Дон. Точно так же, как и ты. Ты похож на меня. Не можешь просто отключать эти мысли. Выбрасывать их из головы, как Сэм. И приходить домой, будто ничего не было. Полли, ты пьян. Перестань болтать, пока ничего лишнего не наговорил. А, ты прав. Ты прав. Да. Что трезвого в голове, а то пьян на языке. Мне бы сейчас девку. В этом я тебе не помогу. Отвези меня к девкам! Давай в голубые тропики! Давай-ка лучше домой поедем. О, мост! Езжай через мост на остров! Отвези меня к девкам! Отвези к сладким красоткам! По-моему, лучше сейчас отвезти тебя домой. Круто! Совсем другое дело, братан! Видел бы ты этих девчонок! Это сам плавай среди этих пираний, Поле. Ты лучше расскажи, куда мне, черт возьми, ехать. Ты не знаешь? Нет, не знаю. Уже приехали. А что, дома? Ты меня домой привез? Может... может... Ты... Ну да. Это хорошо придумал. Ладно, я тогда... Сладких снов, здоровяк. Что-то мне нехорошо. Окей, прошли наконец-то. Глава пройдена. Но продолжим с вами, друзья, уже в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Базар Бабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.